And thirty seconds in county. Turning water systems on. Message to internal A C. Water flow satisfactory. Jumping LS2. two. Minus two minutes. Mark. Switching nine safety beacon and commands to internal. Minus, Minus one fifty. To stop. telemetry systems are ready. One forty five. Air cell bomb switch to arm. On light on. Engine test. One eleven. Engine test. Обратный отчет на мысе Канаверал приближается к моменту полета проекта Меркурий Атлас. Это будет беспилотный испытательный полет, прелюдия к историческому полету в рамках проекта Меркурий, американской программы «Человек и космос». Я Фил Колбертсон, инженер проекта Mercury в Конвер Astronautics в Сан-Диего, Калифорния, где производится Атлас. В будущих полетах Меркурия Атлас выведет на орбиту первую пилотируемую капсулу свободного мира. Жизнь астронавта, летящего в капсуле, будет зависеть от правильной работы каждой системы транспортного средства. Чтобы обеспечить безопасность астронавта и успех пилотируемого космического проекта, военно-воздушные силы учредили программу обеспечения качества Меркьюри. Он разработан для поддержания максимально высоких стандартов качества для всех деталей, узлов и систем, предназначенных для транспортного средства Меркьюри. В McDonald's Aircraft Corporation, где производятся капсулы Меркьюри, и здесь в Astronatics уже поддерживаются высокие стандарты выбора компонентов сборки и монтажа но аэропорт попросил приложить дополнительные усилия, чтобы обеспечить максимально возможное качество компонентов и изготовления для программы. Успех проекта Mercury и по сути сама жизнь астронавтов зависит от всех нас поставщиков, субподрядчиков и ассоциированных подрядчиков, которые так или иначе связаны с оборудованием Mercury. Максимально возможная надежность – это цель программы обеспечения качества Mercury. Чтобы достичь этого, максимальная надежность требует многих вещей. Первый ⁇ это требует, чтобы мы понимали свою работу и умели выполнять ее должным образом. Это требует, чтобы у нас были правильные материалы и инструменты для работы, и это требует, чтобы мы установили надлежащий баланс тестов и инспекций. Со всеми этими вещами мы все еще можем не достичь наших целей в области надежности, если каждый из нас не признает важность своей работы. Человек, делающий телевизор, например, знает, что если он выйдет из строя, это будет неудобно, но его можно отправить на ремонт. Человек, делающий деталь для системы Mercury, знает, что она не должна выйти из строя. Этот сетевой порт, например, выглядит незначительным. Человек, который его строит, может чувствовать себя очень далеким от ракеты-носителя на комплексе и человека, сидящего в его носу. Но эта плата является частью логической схемы автопилота Atmos Mercury, и выход из строя любой ее части может привести к потере ракеты-носителя. Работа каждого из нас, будь то проектирование, испытание, изготовление или инспекция, одинаково важна для миссии Меркурий. Многоэтапная программа обеспечения качества направлена на то, чтобы каждый из нас знал о своей роли в программе Меркурий. Это отличительная наклейка Mercury, которая наносится на основные компоненты, выбранные для автомобилей Mercury, была создана для одного этапа программы. Этот символ – астрономический символ планеты Меркурий. Буква R в центре – это печать нашей организации по обеспечению надежности, и она используется, чтобы подчеркнуть важность надежности в проекте Меркурий. Основным аспектом программы обеспечения качества является выбор деталей и комплектующих. Все основные компоненты, которые являются общими для ракет Этмос и ускорителей Mercury, таких как эти сервоцилиндры разгонного двигателя, специально подобраны. Выбранные устройства должны сначала соответствовать строгим стандартам, установленным для Этмос, но кроме того, каждое из них не должно иметь истории переделок или ремонтов. Должно хорошо работать в пределах допустимых допусков и не должно иметь чрезмерного времени работы. Основные компоненты и системы получают наклейку, как только они идентифицируются как предназначенные для транспортного средства Mercury. Но перед получением наклеек они должны сначала пройти строгие проверки. Например, эта двигательная установка, произведенная Ракет Dyne, уже была предварительно одобрена для Mercury на основе ее характеристик и истории производства. Но теперь она подвергается дальнейшим проверкам. В этой испытательной камере маршевые разгонные и вернерные двигатели проходят пневматическую, гидравлическую и электрическую проверку. Масло удаляют из гидравлических линий для исследования под микроскопом. Масло пропускается через специальную фильтровальную бумагу, и фильтры следуются на наличие следов металлических опилок и грязи. Если обнаруживаются загрязняющие вещества, система отклоняется после тщательной проверки приема. Эта система двигателя была одобрена для Mercury и получила наклейку уведомляющую всех сотрудников о том, что с ней следует обращаться с особой осторожностью. В общей сложности 67 функциональных компонентов и систем начиная от двигателей и заканчивая этим гироскопом, отмечены отличительными знаками при приеме в программу. 67 моделей заслуживают особого внимания, поскольку каждый из них должен находиться под особым наблюдением на протяжении всего производственного цикла. Это наблюдение поможет убедить астронавтов в том, что Атлас выполнит ту работу, для которой он предназначен. Когда работник производства видит эту наклейку, это напоминает ему о необходимости обращаться с этим компонентом с особым уважением, устанавливать его с особой осторожностью. Зная, что в дополнение к жизненно важной национальной цели от его производительности зависит жизнь человека. Программа обеспечения высоких стандартов в выборе парка и изготовления продолжается от получения инспекции на всех этапах производства до окончательной приемки транспортного средства. Приемные проверки улучшают простой, но практичный ударный тест для транзисторов. Транзистор должен нормально работать, да, во время и после момента удара. В другой типичной проверке звук используется для поиска дефектов в металле. Звук передается через тестируемое изделие, и его результаты, которые включают дефекты в металле, если они существуют, проецируются в виде узоров на контрольный пульт. Надзор за материалами и деталями осуществляется отделами надежности и контроля качества в AstroNatics. Надежность устанавливает стандарты для деталей, которые затем проверяются инспекционным отделом контроля качества. Наблюдение за надежностью продолжается во время сборки, когда детали соединяются с компонентами. Инженеры по надежности наблюдают за сборочными операциями, чтобы обеспечить высочайшее качество изготовления. Если на этом или любом другом этапе производства возникают проблемы, с фирмой, изготовившей соответствующую деталь, связываются, чтобы помочь в решении проблемы. Конечно, строгие стандарты качества соблюдаются на каждом этапе производства всех ракет Атлас, включая ракеты-носители Меркьюри транспортные средства изготовлены из рулонов тонколистовой нержавеющей стали. Сталь была проверена ее производителем и еще раз, когда она была получена у астронавтов. Теперь его проверяют еще раз. Образец вырезается из каждых 35 футов каждого стального рулона и подвергается испытаниям на растяжение, чтобы определить его прочность. Если он не соответствует техническим требованиям, вся секция, из которой он пришел, отклоняется. Каждый сварной шов в атласе Меркурия также был тщательно проверен. Проникающая краска нанесена на сварной шов, соединяющий эти запекшиеся раны на переборке. Если краска проникнет в шов, работа будет отклонена. Наконец, когда Mercury Atmos завершен, он подвергается серии окончательных приема сдаточных проверок. Каждая из подсистем подключена к специально разработанному заводскому контрольному оборудованию для индивидуальных тестов. Тогда все системы тестируются одновременно в составных тестах, которые имитируют работу ракеты-носителя во время миссии Mercury. Результаты этих тестов рассматриваются в мельчайших деталях квалифицированными специалистами в качестве дополнительной гарантии того, что Mercury Atlas соответствует самым высоким возможным стандартам, специальная команда ВВС встречается с инженерами Конвер, чтобы проанализировать результаты испытаний и подтвердить, что транспортное средство является приемлемым. Программа обеспечения качества состоит из многих этапов, но особое внимание уделяется напоминанию сотрудникам об их индивидуальной ответственности перед программой. Групповые лекции, тренинги – это брошюра, которая доступна для всех вас, излагают цели программы, основанные на управлении, и подчеркивают вашу важность для нее. Программа обеспечения качества не заканчивается, когда «Атлас Меркурия» завершен и покидает завод. Он следует за транспортным средством от завода через этапы доставки и прибывает с ним на мыс Канаверал. Весь персонал на мысе был ознакомлен с важностью проекта «Меркурия», и за ними тщательно следят, чтобы обеспечить максимальное качество. Усилия на испытательном комплексе с самого начала разработки транспортного средства Mercury от выбора деталей и компонентов до сборки этих частей в подсистемы, а также от установки и проверки транспортного средства до его тестирования на мысе Канаверал. Все мы должны приложить максимум усилий для обеспечения высочайшего качества изготовления и из самых лучших материалов. Конечно, не всегда можно будет узнать, какие компоненты входят в состав ртути. Это особенно верно для сотрудников или фирм, которые поставляют продукцию основным подрядчикам в рамках программы. Но ты можешь быть уверен, что некоторые из твоих компонентов или деталей, над которыми ты работаешь, предназначены для Меркурия а другие, если они предназначены для Атласа, пойдут на МБР, которая сейчас используется в обороне нашей страны. Необходимость в максимально качественном изготовлении как ракеты-носителя Меркурий, так и МБР-Атлас очевидна. И это тоже очевидно, что ответственность за успех проекта Меркурий и безопасность астронавтов лежит на нас. Многие из вас встречались с астронавтами, когда они посещали производственные мощности Атлас. Помни, что скоро один из этих людей окажется на борту транспортного средства Атлас Меркьюри, которое ты помог построить. Построй его так, чтобы после полета ты мог гордиться тем, что был жизненно важной частью команды Меркьюри.